Добрый день. Небольшое пояснение, как открыть проект Blockdealer. Ну вот, допустим, у меня все проекты в 16-й версии. Значит, открываем скачанную папочку и нажимаем на значок Blockdealer. Нажимаем два раза, и проект должен открыться. Вот, пожалуйста. Проект открылся. Вот и все премудрости. Значит, что можно с ним сделать, с этим проектом? Встаем на начало проекта, и мы можем, допустим, у нас здесь нет рамочки, добавить рамочку. Нажимаем «Добавить изображение» и выбираем, значит, папочку, где у нас находятся рамочки. Так, одну секунду, сейчас я найду их. Так, вот открыли папку с рамочками. И выбираем, соответственно, рамочку. Рамочки должны быть, размер этих рамочек должен быть 1920 на 1080. Ну, допустим, эту. Открыть. Вот рамочка встала, но она у нас не во весь экран. Значит, для этого мы заходим вот в эту строчку 3D, нажимаем, пишем «во весь экран». Вот она у нас во весь экран. Что еще мы можем сделать в этом проекте? Мы можем убрать какие-то анимации. Для этого мы должны открыть слои и найти, допустим, вот что. Выделяем гифку какую-то. Выделили ее, чтобы увидеть, какая. Вот здесь галочку убираем. Вот она у нас, да, еще разочек. Вот эта бабочка. Мы можем ее удалить. Для этого либо «Delete» нажать, либо вот LX. Она ушла. Так, теперь как добавить изображение? Допустим, мы хотим добавить изображение. Открываем изображение. Но сюда лучше добавлять анимационные картинки. Вот у меня специально есть раздел «Анимация на прозрачном фоне». Здесь есть каталог. Допустим, мы хотим добавить веточки какие-нибудь. Веточки. Вот, скажем, березку. Нажали, открыли. Вот она такая большая, где-то в середине. Значит, что нужно сделать? Мы передвигаем ее, левой кнопкой мышки зажимаем, куда нужно. И как ее уменьшить? Должна быть, вот здесь должно быть слово «позиция». Мы просто мышкой крутим на себя, это увеличиваем. От себя уменьшаем и двигаем. Если мы хотим ее как-то повернуть, тогда мы нажимаем «вращение». И уже здесь мы можем ее вот как-то так вот покрутить тоже левой кнопкой мышки в другую сторону, допустим. Если хотим подвинуть уголочек, опять переходим на позицию и передвигаем в уголочек. Вот как добавляются 3D-модели. Значит, если вы в вашем проекте есть 3D-модели, то можно их скачать, в смысле можно их ставить. Для этого, если свои, то нажимаем «Добавить 3D-модель». И вот здесь открываются у меня те модели, которые есть в программе. Но у меня есть свои отдельные модели, которые я стала. Я их храню на жестком диске. Для этого мы нажимаем «Аниме на компьютере». Здесь «Компьютер» нажимаем. Нажимаем «Накопитель». Так, и ищем здесь вот гиф моей модели. Открываем. Так, их много, поэтому тут несколько секунд потребуется. Вот открылись мои модели. Ну, допустим, я нажимаю какую-нибудь модельку, причем здесь лучше подписывать движение. Вот, допустим, хит-хоп дансинг. Нажимаем открыть. И вот эта модель появляется. Значит, то же самое, что мы делаем. Позиция. Левой кнопкой мышки ее вот двигаем. Если мы хотим уменьшить, кнопочка от себя. Двигаем. Вот. Повращать мы ее тоже можем. Вращение. Вот таким образом. Вот это добавка 3D-модели. Так.
Так, что мы можем еще добавить? Можем добавить еще видео. Для этого тоже нажимаем на изображение, выбираем какой-то видеофайл. Ну, допустим, вот этот берег моря. Открыть. У нас большой. Нажимаем на позицию. И мышкой левой уменьшаем или увеличиваем, как нам удобно, двигаем, как нам хочется. Так, если вот этот футажик закрывает модель сзади, то мы делаем следующее. Стоя на позиции видеозаставка, вот здесь нажимаем 3D на переднем из плане, 3D на заднем плане. Вот у нас получилось 3D на заднем плане. Вот, и можем тоже его увеличить, вот так, даже во все, весь экран можем уменьшить. Вот, проверим теперь, как это будет. Ну, девушка танцует на берегу моря. Ну, вот, пожалуй, основные действия все. Спасибо за внимание. С вами была Марина Так, Петровна. небольшое Удачи. дополнение. Когда, прежде чем мы сохраняем проект, мы должны выставить время. Вот время здесь 21 секунда. Значит, мы можем поставить любое время, в зависимости от того, какая продолжительность у нас в музыке или какая наша цель и задача. То есть время здесь меняется. Значит, если мы сделаем побольше время, допустим, 60 секунд, то нужно будет нажать «Растянуть». Если мы хотим поменьше сделать, было 2, не 6, а, допустим, а сделать 30, то тогда надо будет нажать «Сжать». Так, теперь как сохранить, да, вернее, как добавить музыку. Как добавить музыку? Ну, сначала надо удалить то, что есть в проекте. Заходим в слои, ищем звуковой файл, выделяем звук, либо LX, либо Delete LX. Значит, звука теперь нет. Проверяем. Так, звука нет. Как добавляем? Заходим в слои. Слои. Добавить слой. Идем в самый низ и ищем добавить звук. Выбираем, соответственно, какой-то звуковой файл. Открываем. Вот теперь у нас будет звук свой. Так, и последнее, как сохранить проект. Значит, если мы хотим просто сохранить видео, то мы нажимаем файл «Экспорт видео». Экспорт видео, и там проблем никаких нет, ждем, когда он сохранится. Если же мы хотим сохранить проекты все файлы, то есть мы сделали работу и хотим сохранить, чтобы она у нас была в папочке, наш проект, как он был изначально в ролике, нажимаем «Сохранить проект», нажимаем «Рабочий стол», создаем папочку, пишем «Новый проект» или название, как вы хотите, и «Окей», да, нажали. Дальше ищем, вот здесь, вот он у нас, новый проект 1, нажимаем на него. Вот здесь у меня написано «Божьи коровки». Если нет названия, то вписываем, нажимаем «Сохранить», все. И вот на рабочем столе он у нас уже есть, вот он, новый проект. Если мы откроем, то здесь есть уже и модели. В отличие от первого вот этого проекта, здесь модели не было у меня, да? То есть здесь появилась модель. Вот она у меня, хит-хоп дансинг. Здесь технические какие-то моменты. Сюда входят все картинки, рамочки, музыка. Это все технические проекты, да? Вот. И, наконец, сам наш проект. И вот его картинка этого проекта. Вот так мы сохраняем сам проект. Так, ну а по поводу того, значит, как создавать 3D-модели, у меня на канале есть несколько роликов. В основном я их создаю в iClone.
В iClone добавляю там движение, сохраняю эту модель как FBX и дальше уже перевожу ее в соответствующий формат для главтиклер. Все, спасибо за внимание, удачи!